Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по игровому симулятору Spice Galactic. Это онлайн-игра с выводом реальных денег. Значит, у меня на балансе 3,56, и я хочу проверить как бы на вывод эту игру. Значит, в настройках нужно обязательно установить платежный пароль. Так, вот платежный пароль нужно будет установить. Ну а здесь вот 4 цифры ставить. Значит, что здесь? Так, моя галактика, я все собрала. У меня сегодня 1,5 рубля было. Я вот собрала. Так, нажимаю заказать выплату. И вставляю номер кошелька. Далее вставляю сумму. 3. Так, что у меня там? Точка 56. И сейчас я установлю платежный пароль. Так, секундочку. Так, выплаты осуществляются в автоматическом режиме. Далее, деньги успешно выплачены на ваш кошелек. Так, внимание, после первой выплаты изменить номер кошелька АПР будет возможно только с помощью администрации. Надеюсь, это понятно. Так что будьте внимательны при выводе средств. Возвращаюсь в личный кабинет. Ага, обратите внимание, вот 56 копеек осталось, а 3 рубля выведено. Значит, переходим на PR кошелек. Сейчас посмотрим, потому что мне на почту ничего не пришло. Так, где моя почта? Угу, на почте нет ничего. Переходим в кошелек. Перезагружаю страничку. Ага. Опускаюсь чуть ниже. 2.97. Так. 1 августа. 2.97. Выплата пользователю с проекта spicegalactic.com. Игра платит, что очень, конечно, приятно и радует. Значит, есть серфинг сайтов. Не так много, но все-таки это идет все на вывод. Далее, что еще здесь у нас есть? Ежедневный бонус я уже собрала. А, получить бонус. А я не собирала, что ли, получить бонус? Угу. На ваш счет для покупок зачислен бонус в размере 15 копеек. Ну вот мой логин. Вот. Вот это на покупку, это на вывод. Значит, ровная сумма выводится. Так, здесь обмен, баланс, заказать, пополнить. Ну, что еще здесь? Развлечения, общение игроков, чат есть. Ну и все, в принципе. Игра платит, все хорошо. Значит, у меня есть рефералы. Вот. Неактивны. Вот. Ну да ладно. Как говорится, это дело хозяйское. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.